Две дороги на Камчатке закрыли из-за циклона. По данным МЧС, проезд запрещен на 14-километровом участке дороги рыбоконсервный завод 66, аэропорт Крутоберегово и трасса Ключи-Усть-Камчатск. К берегам Камчатки пришел циклон, под влияние которого в пятницу попали 6 районов края, в том числе и Усть-Камчатский. Сейчас там сильный снег и ветер, видимость очень плохая. В МЧС советуют автомобилистам не ехать пока в тот район.